Без малого 200 человек молодое пополнение вооруженных сил Беларуси весеннего призыва 2018 года накануне были отправлены к местам несения службы. В день отправки будущие военнослужащие, срочники проходят еще один медосмотр, чтобы и сами призывники, и их командиры были уверены в их моральной и физической готовности к выполнению воинского долга. Я закончил Белорусский государственный университет физической культуры. Моя специализация — менеджер в спорте. После получения диплома я получил повестку в военкомат. Отнесся к этому как к должному. Принял все довольно-таки просто, без эмоций. И вот сегодня, ну, я уже здесь. Родители тоже были, ну, как бы за, чтобы, ну, я служил. Мне дали выбор, чтобы я попал в ВДВ. Я всю жизнь занимаюсь спортом. И то есть, ну, ВДВ это как бы подспорье моему дальнейшему продолжению занятия спортом. Традиция дня отправки – встреча с ветеранами вооруженных сил. Их напутствие и рассказ о собственной службе в такой момент наверняка хорошая поддержка для молодого пополнения. Защищайте нашу Родину уверенно и смело. За нами страна. Она должна иметь мирное небо. А чтобы это было мирное небо, вы должны овладеть воинской специальностью и твердо ей управлять. И в случае начала каких-то мероприятий, вот, выступить на защиту нашей Родины. Всего на укомплектование вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь планируется направить около 10 тысяч человек, из них порядка 2 тысяч представителей Брестского региона. Для прохождения службы в резерве до 500 человек, из них 30 из Брестской области. Если брать территориально, то это практически вся Республика Беларусь. Основная масса — это, конечно, Брестская область, также Витебская, Гомельская, в Гродно отправляем. Основная масса, если говорить по родам войск, это у нас будут силы специальных операций, сухопутные войска. Ну, в принципе, а также мы комплектуем органы пограничной службы и внутренние войска. Церемония принятия присяги новым пополнением пройдет в середине июня текущего года.